Всем здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я управляющий директор компании PL. Сегодня я решила записать ролик, но чтобы не писать много, да, потому что, ну, если писать, это получится, надо будет писать много. Поэтому я решила все-таки наговорить, а потом, если что, допишу. Дело в том, что я управляющий директор компании PL. Компания международная, продукт питания, клеточное питание, да, это высокая биодоступность, стопроцентная усвояемость. Это практически регенерация клеток, восстановление клеток, сохранение, укрепление. Да? Это, в общем, все, что дает здоровье клетки, это и происходит. Но я все-таки хочу пригласить человека любого. Да? Я же не могу сказать, вот давайте я вас, потому что я не знаю, кто там. Но любого, кто увидит этот ролик, я предлагаю бизнес компании PL. Параллельно, да, занимаясь бизнесом компании PL, мы поправляем свое здоровье, потому что мы будем потребителями своей же компании, да, потребители своего же продукта, скажем так. А значит, мы будем выздоравливать, если кому это надо, кому это просто укрепить здоровье, кому сохранить. Тут вариантов много, или просто даже накормить, напитать наш организм витаминами. Витамины – это не БАДы, это выше БАДов ступень получается, да, это пока что единственная компания. Возможно, когда-нибудь появится, так как и БАДы были, да, и появились куча других таких же компаний. Так и здесь, наверное, начнут со временем что-то, возможно, будет появляться. Хотя сложно сказать, как это будет происходить и как вообще это происходит. Потому что нужно иметь возможности, да, чтобы производить вот такой продукт. Наш Сергей Сергеевич Куликов, он выкупил патент у итальянских ученых, которые разрабатывали эту формулу 25 лет наших дрожжей. Да. Это не то чтобы дрожжи, это все вставлено просто в карамель, потому что сахар, мы сами знаем, да, что это информацию хорошо запоминает, что сахар, что вода. Вообще и соль, если так разобраться. Вот кристаллы получается. Но не в этом дело. Я просто хочу сказать о другом, что в данный момент у нас действует очень супер промоушен, я бы сказала, да. Вот, промоушен в связи с тремя событиями в компании. День рождения Сергея Сергеевича Куликова, нашего президента, день рождения нашего золотого амбассадора Нины Шашуковой. И первый форум BBC, первый, скажем так, в Москве, да, первый в этом году, потому что нашей компании уже 7 лет, сейчас у нас идет 8-й год, вот, но с Нового года это первое такое крупное, такое вот масштабное, это вот будет в Останкино, зал снялся, вот, скажем так, что в связи вот с этими тремя событиями президент наш сделал нам вот такой супер промоушен. У нас всегда есть промоушены, но такого я вообще, я в восторге, вы знаете, вот. В восторге я от продукта. И в то же время я в восторге от того, что вот, допустим, сейчас человек выполняет определенные шаги, и у него очень большой такой вот запас подарка, да, вот бонуса, скажем так. И я скажу так, я предлагаю людям, кому интересен бизнес, бизнес плюс здоровье, здоровье плюс красота, здоровье плюс долголетие, да, это все можно с нашей компанией, возможно, все. Я приглашаю нашу компанию, приглашаю к себе в команду. Почему я приглашаю, скажем так, приглашаю, потому что хочется, чтобы каждый попал вот в этот промоушен. Пакет Diamond у нас, это пакет бизнеса, да, вот все наши лидеры рекомендуют входить на него. Это у вас и огромный запас продукта, это, который вы можете помочь всем своим родным и близким, и даже просто знакомым, друзьям, вот, дать попробовать бесплатно, да, вот возьми, и он действительно работает, продукт здесь и сейчас. И у вас этот запас будет, и вы не будете взяли три коробочки и думать, самому скушать, дать попробовать, или продать, или еще что-то. А здесь, вы, допустим, если положено на пакете Diamond 60 коробок, то в данный момент, если кто войдет до конца этого месяца, января, да, вот 31 января, там последний день включительно, то это, представьте себе, это будет еще плюс 250% продукта. Это вот представляете, какое? Это практически у вас свой склад.
уже готовый. И коротко о продукте я хочу сказать, да, чтобы человек понимал. Продукт работает здесь и сейчас. Это вот я 2 года уже в этой компании, я могу об этом говорить смело, и мне не надо уже смотреть людей на Ютубе. Я смотрю просто для информации, для интереса, да, когда человек тебе говорит, что у него есть такая проблема, я, естественно, видя какую-то ситуацию на Ютубе, да, или прочитав там в соцсетях где-то, я просто уже могу передать человеку своему, кто мне сказал, что у меня есть такая-то вот проблема, есть ли возможность помочь себе вот вашими дрожжи. Потому что, допустим, я же не все на себе перепробовала, скажем так, да, именно то, что я не имею в виду все, весь продукт. Продукт я попробовала весь. Я имею в виду заболевания там или какие-то проблемы, которыми хотелось бы помочь себе решить, да. Вот, но серьезные проблемы у меня тоже были, допустим, и хочу коротко сказать о продукте Брейни. Вот у меня ребенок всю жизнь. С рождения, ну не с рождения, скажем так, около года начались такие проблемы, которые, может, я просто не замечала, пока она маленькая была, когда уже подросла. Это черепное давление. Это головные боли постоянные, это ходит зеленое, это ей плохо, и что мы только не делали. И медицинская помощь нам никакая не помогала вообще. Я находила другие моменты, мне помогало, но это всегда было на определенное время, потом это все опять. Так вот, вы знаете, когда был такой момент, был промоушен, я уже просто не помню, это было летом, предложили там, допустим, сделайте вот эти шаги, вы возьмете, допустим, Брейн в подарок. Это Брейн переводится в мозг, да, вот для мозга. Это и память, и Альцгеймера, и давление, в общем, все, что касается мозга, любая работа. На тот момент я еще не знала, как он работает, как он действует. Но промоушен я решила выполнить. Почему, допустим, я не могу это сделать, чтобы мне попал этот продукт? И вот вы знаете, я в сентябре месяце у меня этот продукт. Если школа началась, и у меня началось то, что ребенок приходил со школы, и она ложилась спать, и утром вставала, у нее болит голова, и мы уже в школу не идем, потому что нам надо отоспаться сутки, двое. И это практически первые 2 недели сентября это у меня было. И вот к концу сентября как бы у меня уже появился в доме Брейн. Вы знаете, с октября месяца, вот сегодня уже январь, конец января, у меня ни одного дня не было того, чтобы ребенок пришел зеленый, практически черный, чтобы она падала, ложилась и говорила, что у нее болит голова. Был грипп у нас, она поправляется от гриппа очень быстро, но, естественно, для профилактики я все равно держу дней 5, потому что, ну, все-таки выйти на улицу ослабленному организму. А так она здоровая, она сидит в компьютере, но она сидит дома и в этот момент принимает витамины, да. Она не была неделю в школе. Ну, вот эти 5 дней, суббота, воскресенье, потом она идет в школу. И за эту неделю у них была новая тема. Ребенок мне даже не слышал этой темы. Но она ответила на отлично. Вот согласитесь, да, вот не зная темы и просто послушать учителя. Я это к чему? К тому, что Брейн, он укрепляет память. Он кому надо, он возвращает. Вот зацепила. Вот кому надо возвращает, кому надо восстанавливает, тут не важно. Но сам факт, что он работает, обалденно. Мой результат. Вот хотела видео записывать. Каждый раз думаю, все начну, начну, начну. Вы понимаете, каждый день что-то мне мешает, что-то одно, второе, третье. Так же само думала, начну бегать, начну бегать. Вот встану утречком с собакой, у меня прогулка каждое утро с собакой, думаю, а что мне стоит побежать? Ну вот понимаете, каждый раз пошла выгуляла с собакой мячи, и там мы играем все. Но вот именно касание бега у меня это всегда отпадало. И вот знаете, я когда начала кушать продукт, вот сентябрь месяц, я в октябре побежала. Естественно, видео я записала сейчас, все-таки расстояние большое, и, ну просто уже в связи с промоушеном я больше тянуть не могу. Хочется сейчас вот сказать о том, что у нас вот такой шикарный промоушен, и что можно взять отличного продукта, суперпродукта, вот много, да, который войдет. У нас-то регистрация, она-то бесплатна, но как бы там ни было, мы приобретаем продукт. И вот есть условия пакетов, которые вы приобретаете статусы, да.
И вот 3000 пакет Diamond, это вы сразу управляющий директор, это у вас 250% подарочного продукта, вы представляете, да? И плюс от меня бонус, кто войдет на 3000, сразу в своем кабинете увидят 100 евро, скажем так. Да, это мой бонус уже будет от меня. Это даже вот такую классную возможность дает мне компания PL. Получая бонус за то, что я регистрирую человека, я могу со своего бонуса, допустим, дать своему человеку, который у меня регистрируется. Понимаете? Вот я решила добавить к этому промоушену свой промоушен. Поэтому, если вас интересует бизнес, если вас интересует здоровье, долголетие, если вы любите путешествовать, круизы, у нас в компании вы можете найти на Ютубе обалденные фотографии, ролики, видео, эти круизы, да, это вот я даже собралась в Турцию, уже даже билет проплачен, в мае месяце у нас будет школа. Но для меня это будет первый выход, что я куда-то еду, не считая Москвы. Это в Москве я тоже благодаря компании побывала. Теперь планирую в Турцию, как бы уже все, билет куплен. Поэтому это супер компания для меня, потому что многие вещи реализуются, да, и здоровье, и доходы, и, скажем, и радость, и общение, потому что мы вот, у нас собрались люди, которых я даже не знала, на сегодняшний день мы собираемся, пьем чаи, мы общаемся, мы получаем удовольствие от общения, понимаете, вот. И если вдруг ты не пришел, по какой-то причине не смог прийти в офис, тебе как будто чего-то не хватает. Поэтому очень интересные такие вещи. Я не знаю, может, я не профессионально говорю, может, это будет не совсем понятно для кого-то, да? Но главное не это, главное то, что есть такая компания, которая дает вам все, что вы хотите. И здоровье, и успех, и карьера, и слава, и признание, и подарки, и бонусы. У нас очень богатый такой вот, как сказать, мотивация для людей, чтобы вот были в компании. Конечно, это решать всем, кто слышит меня, видит. Вот их. Будет информация под моим видео, будет моя реферальная ссылка, будет мой скайп, WhatsApp я пишу, всегда можно пообщаться, я всегда отвечу на любой вопрос, расскажу. Я о продукте уже знаю. Ну, может быть, не все, но очень много, да. Я смогу объяснить, что вам нужно для решения ваших проблем. Хотя я не зову вас лечиться, я зову вас заниматься бизнесом. Строить международный бизнес, открыть свой интернет-магазин. Это вот Америка, Индонезия, это Италия, это Израиль, это, ну, везде уже наша компания, понимаете? И вам не надо брать сумки, ехать и что-то продавать. Все, мы не продаем продукт, мы продаем бизнес-место. Представляете, как это классно? Человек просто взял себе место, пользуется продуктом, нашел следующего. Опять же, так же самое. И вот самая наша зарплата, это уникальная зарплата, это стартовый бонус. Это вот подписывая людей, вы получаете деньги, понимаете? И так же само тот подписывает, получает деньги. И вот чисто за подписание, так, не считая остальных бонусов, у нас вообще 15 источников дохода. Но я вам говорю о самом главном, что вот сегодня подписав, вы уже получите деньги, понимаете? Это вообще уникально. Зарплату платят раз в неделю, это 4 раза в месяц. Поэтому, может, я, знаете, как вот так вот наговорила, потому что много хочется сказать, но хотелось видео покороче сделать, да, а уже я смотрю за 10 минут. Вот. А в Инстаграм уже не выставишь, они берут по 10 минут. Вот. Ну, для Инстаграма напишу что-нибудь, скажем так. Вот. Поэтому, в принципе, я зову на бизнес, приглашаю на бизнес. Давайте дружить, общаться, вместе строить бизнес, развиваться в какой-то степени, да, потому что, строя бизнес, мы будем обучаться чему-то. У нас школы онлайн, офлайн, это очень уникально. И вот эти BBC, каждый форум, это, я не знаю, столько эмоций переполняют. А сейчас, так вообще у меня прямо вот все, думаю, Господи, ну неужели нет таких людей, кто не хотел бы воспользоваться вот таким шикарным продуктом и с такой вот возможностью войти на пакет Diamond, получить так огромный мешок подарков и помочь своим родным и близким. Я о продукте буду говорить, потому что за 2 года у меня очень много информации, очень много результатов, которые у нас, где я живу, да, несмотря на Ютубе, я там Москва, там Кыргызстан, Казахстан, там, ну, много всего, понимаете? А у нас, вот я живу в Приднестровье, у нас вот Тирасполь, Бандера, я вот с ними общаюсь. И вот именно наш круг, с кем я общаюсь, у нас очень много результатов, шикарных результатов. Поэтому
Если мне даже сегодня скажут, что продукт не работает, я не буду слушать этого человека. Спорить я тоже с ним не буду, это бесполезно, когда кому что-то доказываешь. Но видя то, что было, я просто развернусь и уйду, потому что человек не готов услышать новую информацию, правильно? Он не готов быть либо здоров, либо заниматься бизнесом. Вот. Поэтому я говорю это для тех, вот для вас, кому это все-таки интересно, кто бы хотел заниматься сетевым маркетингом. Я открыто говорю, что это сетевой маркетинг. Я вообще не скрываю это, да, потому что многие умудряются. Но это обновленный сетевой маркетинг, это все там, как бы все обновленное у нас. Продукт обновленный, нанотехнологии. Маркетинг нанотехнология, да, наш президент взял с каждого по кусочку и сделал, скажем так, конфетку не только в виде дрожжей, но и в виде нашего маркетинга. Поэтому есть вопросы, пишите мне в Skype. Ну, пишите вопрос IPL, да, потому что, чтобы я понимала, что человек хочет, если незнакомый человек пишет, чтобы уже можно было настроиться. А так, всем пока-пока!